Сидишь такой и приуныл, думаешь, с кем бы поиграть, да и не только. А тут хоба, iCup Pro Discord сервер. Тут ты можешь найти ребят, с которыми тебе будет комфортно провести время. Игры, общение, стримы, новости, конкурсы, гайды, все это можешь найти именно тут. Discord сервер iCup Pro. Залетай, у нас весело. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. А что, если минус дамаг? Будут щекотунчики? Конечно же, будут сейчас щекотить нас. Минус 12. Минус 70. Минус 250. Минус 300 просто. Просто минус 306 дамага. Бей нас, не беги. Бей, не беги. Ноль, ноль критует. Ноль просто, чувак. Иди нафиг. А что, если минус 360 урона? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что, если минус дамаг? Будут щекотунчики, конечно же, будут сейчас щекотить нас, если там берут дамагеров и мы берем антидамагеров, то по идее должны быть щекотунчики ВС, правильно? Правильно. Сейчас мы раздадим своей команде обязанности, потому что я пишу с рандомными ребятами. Ну, конечно же, это все ребята с ТГ. И мы начнем наше видео. Давайте сейчас прогрузимся, а то кто-то, видимо, с домофона загружается. С домофона кто-то сейчас зайдет. Прикиньте, подходит к двери и с домофона заходит в дотку. И вот такое вот вы наблюдаете. Но это бывает. Сейчас посмотрим, в общем, по пику. Очень интересно у нас должно быть. У нас 100% должен быть Питлорд, 100% должен быть Атропос. Должен быть Разор, я на Разоре, очень хочу на Разоре сыграть. Венгу возьмем, Венга, когда умирает, аура перебафывается. Нужно будет Венгу пускать на мясо. Ну и, конечно же, пятый персонаж, это у нас, возможно, будет либо Тайд, либо Рубик. Потому что Рубик тоже снимает со второго спелла. Но, скорее всего, Тайда возьмем, Тайд это более универсальное. Самые основные две у нас, три самые основные герои, которые будут сосать дамагу. Это, конечно же, Разор, это Атропос через Инфибл и это Питлорд. Ну, будет, на самом деле, надеюсь, интересно, ребятки. Не забудьте поставить лайк. Конечно же, подписаться на YouTube канал, подписаться на ТГ. И спасибо всем, кто смотрит и поддерживает. Так, ну что, что-то пошло не так, кажется, у нас. И, ну, если будет ре, сделаем ре, ничего страшного. Поэтому, ребятки, ждем, просто ждем. Ну что, ребята, сделали мы небольшие махинации. И сейчас у нас готовится игра, в которой мы должны посмотреть, насколько это круто, когда у оппонентов минус дамаг. Насколько они будут... Ну вот реально щекотунчиками для нас. Ну посмотрим, если честно, загадывать не очень хочется, потому что видео само по себе должно быть фановым. И я надеюсь, оно реально будет фановым. Поехали. Так, у нас берут еще и Джаггера там. Ой-ой-ой, прям очень-очень жесткий дамагер ВС. И сейчас посмотрим, что у нас будет происходить, когда мы будем вытягивать дамагу. У нас, короче, ну как вы поняли, да, все по стандартику. Сейчас посмотрим, что у нас произойдет по минус дамагу. Самая интересная механика, это будет механика с Венгой. Потому что у Венги приколюха, если она раскачает тройку прям хорошо и умрет, просто отдастся кому-то из этих ребят, то она пробафает аурой негативной на минус дамаг. И это очень-очень интересная механика, тем, что Венгой, возможно, придется в некоторые моменты иногда подфидить, чтобы был интерес. Ну и Тайдух, конечно, также немного дэмэджа с троечки доснимает. Ну и само по себе он очень плотный за счет двойки на Тайде. Но посмотрим, как это ребята будут в реализации как будут. Потому что у нас тут такое дело, что не все игроки умеют. Вот, например, вот этот парень говорит, я всего два раза играл на Атропосе. То есть он не умеет на нем играть. И от него можно ждать сюрпризов. Вот тут вот тоже Тайд у нас третий раскачает. Там почти 50% родного дэмэджа будет сжигать. Ну и это уже, в принципе, очень много. Считайте, здесь 120 дамаги, да? Если будет раскачано. И там просто по чуть-чуть и будет выходить просто... На ранней стадии минус 100 дэмэджа спокойно просто. Это будет очень-очень много.
Ну, поэтому ждем результата. Погнали, у нас сегодня разбор, ребятки. Я стараюсь в каждом видео вас развлекать тем, что беру постоянно разных персонажей. Потому что, ну, так нужно. Так нужно, ребятки. Вон, Бэйн сразу пошел фидить по стандарту. По стандарту от Бэйна самая легкая задача требуется. Это просто качать первый. Он берет сон. Вот даже объяснил человеку, качай первый, просто все, кидай первый. Он взял, прокачал сон, пошел на руни, сфидил, все. Задача выполнена. На все 200. Так что вот так, ребята, так и живем. Так, ну по идее Джага в миду вообще ничего мне не делает. По идее просто если что, сосалите, минералите, делаете и все. 30 дамага тоже хорошо, жало схитить получше будет. Жало схитить получше будем. Стараемся денайть. Денайть. Чтобы Джага был без экспы. На третьем левеле нажмем. Мне разор тоже нравится. Очень хорошо сосает. Очень сильно сосает у Найкса. Найкс очень... Очень не терпит... Очень не терпит разора. Прям можно высасывать очень много дамаги. Даже через рейдж вообще все равно. Все равно. Так, это хилочки. Сапожочки. Оп, хорошо. Джага, в принципе, фармит пока что. Пока что фармит, да? Разор очень ватный для Джаггера, если так посмотреть. У Разора нет армора, поэтому Джага очень много будет наносить с ультимейта. Мы будем стараться не подставляться. Правильно, ребят. Вот такую штуку делаем. Найс, я сейчас настягиваю. Все продинаю. Эх, одного крипток не заденайл. Но вот этого надо по-любому денить. Хорошо. И тут... Дамага вернулась. Ну, жестко. Пока что жестко перелосхичивается. Но за счет того, что это все-таки контра на лайнинге. Очень сильная контра. Разор милишников очень хорошо контрит. Очень хорошо контрит. Ребята, не забывайте поддерживать YouTube канал подписочкой, лайком. Очень благодарен, когда много лайков. Не забывайте смотреть шортс, видосы. Очень много шортов я стараюсь сделать. Они все разнообразные, они все неоднотипные. Я стараюсь самые интересные моменты вытягивать со стримов, с каких-то, может, видосов. И, конечно же, это заливать для вас специально, чтобы вам нравилось, чтобы вы смотрели, кайфанули с каких-то некоторых рандомных моментов, фановых моментов. Поэтому чисто благодарен стараться для вас, не забывайте, просто банально от вас один лайк и все, ничего, ничего как бы, ну, больше не требуется, ребят, один лайк, подписка, все, реально, по кайфу чисто. Если вам интересен контент, почему бы его не поддержать? Я реально благодарен за то, что поддерживаете, ребят. Спасибо всем, спасибо. Не забывайте также на ТГ подписываться. На ТГ тоже подписался. Очень много информации там выдаю. Очень много информации в ТГ выдаю. Знаешь, сосалка уже... Тройка уже очень много дэмэджа. Я могу высосать буквально за секунды. Сколько там у него? Минус 64. У него всего 61, у него минус 64. Он такой щекотунчик. Так, ну, шутки шутками, но мне же как-то и убивать его надо. Ой-ой-ой, меня гангают. Быстренько, у меня... Я качаюсь на разоре всегда через тройку, это вечно прокатывает. То есть, по-другому никак. Погнали, можно на развороте подработать даже. Была бы ультимативная способность, мне кажется, без шансов. Оба сфидели бы. Это, кстати, сейчас может очень много хпануть. Я дальше не смогу. Дальше не смогу. Так, надо себе куру взять. Тускар попытался гангануть, немножко не удалось у него.
судя по всему. Судя по всему, ну, немножко не удалось. Сейчас куру себе купим соло. Нужно Р-ку, В-шку купить, да? И ТП-шку. Хорошо, тут все закрыто, найс. Он 6-й левел ждет. На 6-м левеле будет ультовать. Немножко армора мы сейчас купим. На X-лесу, наверное, стоит, да? На 7-м левеле пойдем. Сходим, навестим. Джага не фидит, но пассивно стоит. Но не фидит, это главная задача. Потому что он тут нафидить может на раз-два. Офидеть может на раз-два. Хорошо. Седьмой левел, найс. Хорошо. Можно будет сейчас... Ну, я просто не знаю, сколько у него сейчас левела. Возможно, он сейчас апнет 6-й уже, и будет немного проблематично с ним связываться. Проблематично. Надо сейчас подпушить, зайти под Т-шку, начать сосать. На X 4 левел 0-0, да? Скорее всего, где-то стоит в лесу. Сейчас на руну пробежимся и погнали. У меня очень хороший крипстат, не хотелось бы его портить, но мы сейчас немножко схалтурим. Схалтурим, надо на X тоже убивать. Хорошо, так делаем. Погнали. Погнали. Так, тут стаки. Стаки, экспа вроде не добавляется, слежу за экспой. Вот он. Опа, хорошо. Это мой клиент, он без сапога. Он без сапога. Хорошо. Есть такое дело. Тут забираем, чтобы не терять особо много экспириенса. Мы тпшимся на мид обратно. И продолжаем тут фармить. Но, сорян, я в ганге был, не видел. Джага ушел. Ну, там под вардом он, наверное, побежал все равно. Ребята должны были увидеть. Видеть должны были. Так, через что собираться будем? Я обычно собираюсь какой-нибудь актив на этом персонаже. Разор это дота, помните такую тему? Кто помнит, тот поймет. Разор это дота. А что если... Минус дамаг. Отойду. Что там он максит? Тройка, ух, хорошо. Сколько дамаги минуса может? Минус 47, минус 5. 6, очень минуса много. Очень много минуса. Поняли, как на Джаггере играть надо? Убивает всех. Всех убивает. Не было там инвиза, он с ноги просто зашел. Убил вас. Ой-ой-ой, заденайл, ну прикинь. Ладно. Так, next, даггерочек. Даггерочек, next. Хорошо. Хорошо, тут минус 2 будет тоже. Ой, бро, камон. Ну, против четверых неинтересно будет писать. Тут не получается у меня видос с первого раза записывать. Печалька. Ну, этого я забираю. Реконнектит, хорошо. Давай, поехали. Отлично. На Икса два раза в лесу я настиг. Это радует. Так, ты что там максишь? Единица. Все, там минус 90, да, маг? Погнали вот туда. Вот туда. Вот туда. Просто инфибл закидываешь. Минус дамага. Че парень делать будет? Че парень будет делать? Запрыгнул. Вон он выходит.
Че, минус 25, ну пошло, минус 60, чувак. Антимага просто. О! Жалко, единицы нету, я ж единицы не брал. Руби, руби, руби. Рубите, че тупите? Заберем же. Где антимаг? Он сейчас туда прыгнет, да? То есть, маны. Надо единицу срочно прокачать. Хитрый антимук. Ну, уйдет. Пойдет, там не достанем его. И была бы мне единица, дагер. Изи. Единица, дагер, поехала. Короче, поняли, да, как минус дамаг контрить? Просто эвейдите, уходите и все. Вот так вот. Так, гоу. На икса опять заберем. Жалко, дагер не дофармил я. Дагер не дофармил. Оп. Немножко подушить вот этого пацана. Хорошо. Этот там мне мид ломает. Гоу его подушим. Так, все, есть первое. Ультуй. Ух ты, блин. Хорош, равагу даешь. Я ожидал уже, братан. Ладно. Хорошо. Вот как решает МС, ребята. Сейчас вы наблюдали то, как решает МС. Я убежал от Джиггернаута просто. Нормально. Так, ну что, вместе бы кого-нибудь покошмарить бы. Там, смотри, на Бэйна нападение. Тагер есть. Так, этот тут замаксил почти, да? Просто минус 4 дамаг, постоянный. Постоянный минус 4. Бэйн единицу дает, там он вообще ничего делать не будет. Ничего не будет. Так, Венга у нас керри собирается, да, Венга тройку максит. Ну, если Венга умирает, там просто куча минус дэмэджа. Минус дэмэджа куча. Куча минус дэмэджа. Надо не забывать тоже подкрепливать. Кого там убивают? Венгу. Венга еще живет. Но недолго. Найкса можно опять душануть. Ну, медасный. Медасный. Ой, да минус 10 дамаг. Просто минус 10. Вот этого пацана буду высасывать. Хорошо, высосал по максимуму. Есть. Тускар. Дамагу Тускару снимет. Оп, да там даже без дамаги просто забираем. Так, ну тут ТПшка была. Хорошо. Ну, в принципе, пока что незаметно, если честно, вот это вообще стратегии, да? Пока что вообще незаметно. Так, аркейны. Не-не-не. Пушим по чуть. 40 дамаг плюс. Гоу. Хорошо, пошел минус дамаг. Что там антимага? ВГшечка, да? А с раскачанным блинком я не достану его. Надо, у меня чтоб блин не кдэшился. Не кдэшился. Ну, аркану нажать. Хорошо. Антимаг уходит постоянно. Так, значит, Яша надо делать. Яша сделаем, Сашу, Яша. Жесть, антимага душим. Один.
Минус 160 дамага у пацана. Оп. Жесть. Минус 160 ДМГ. При том, что я вообще ничего не высосал. Ведь чё вообще не высасывал там? Подтушиваем. Это еще без вот этого чувака было. Венгу потом сольем, посмотрим, сколько там. Хорошо. Кто там? Лайфстилерович. А минус ДМГ дайте ему. Минус ДМГ. Так, гоу. Не надо ХГ. Го искать. И драться. Надо драться, искать. Димук на миду. Так, яшечки. Хорошо. Минус 186. Минус 275. Минус 275. Просто? Откуда такой дэмэдж взять? Откуда такой взять дэмэдж? Дэмэдж взять откуда такой, чтобы противостоять этой теме? Так, ну раскачиваем единицу. Ребята, не собран немножко войда, гоу кошмарить, гоу войда. Кошмарить. Не ка, а ко, вообще-то. Кошмарим. Я очень быстро. Ну, он упрыгал, скорее всего, либо сюда, либо... А тут, мне кажется. С телепортом. Кажется, с телепортом он. Надо под вот этим челом смотреть, сколько минуса. Там лайфстилер фармит. Ой, ну я его загнобил очень сильно на икса. Я вот 3-4 раза. Ката. Это ж наша. Переманить, прикинь, можно было, типа, да? Гомит. Питлорд, конечно, на рофле. Два. На два дай, дядь. Хорошо. Два даешь? Так, ребята решают просто фармить, короче, да? Драку 5 на 5 даешь? Драку 5 на 5. 230. Оп, хорошо. Брат, минус ДМГ пошел. Добьет ультимейт. Добьет ультимейт. Ультимейт добьет. Но наша главная задача, это, конечно же, чтобы все вместе все накинули. И драка 5 на 5 нужна. Оппоненты сплитят, они драться не хотят вместе против нас. Поэтому, как бы, тут на изи так выглядит, да. Может, 5 на 5 бы как-то подрались бы. Они в пятером не собираются. Пятером не собираются. Странно очень. Почему? Теневые колеса. Гона на Найкса накидывать. Сколько там дамаги у них? Сейчас посмотрим. В жаге плюс 7. 24 минусом. О. Минус 40. Минус 118.
Атропос, унылая тычка. Ай-яй-яй. Этот Атропос, это просто унылая тычка. Называйте Атропоса, Атропос, унылая тычка. Атроп, только один кидай, да? Атроп, если, конечно, парнишка забавный. Что там по вардингу? Атропос не справляется, врезался в столб. С вардингом не справляется. Нужно завардить. Лесочек пройти, завардить. Нужно искать их и вот этим минус дамагом душить просто. Тайт тройку дает, там вообще жесть сколько тоже. Ну немного на самом деле. Всего-то 60%. Куру не мою слили. Минус 12. Минус 70. Минус 250. Минус 300 просто. Просто минус 306 дамага. Минус 300 дамага. Жесть. Минус 306 дамага, у чел он не знает, что это 0 крит. Ну это смешно, 0 крит. 0 крит, чтобы вы понимали. Блин, этот антимук опять туда в лес прыгнул, запарил он. На ТП вышел, на ТП. Ноль крит просто, чтобы вы понимали. Я не знаю, это рели. Смешно почему-то. Ноль крит. Ой, я извиняюсь, пацан. Реально. Блин, ну антимага кошмарить, конечно, тяжеловато. Так, варды я так и не взял. Антимаг бегает. Не-не-не. Отмени. Сассируем, массируем. Минус 360. Но он только второй дамажит. Минус 360 тупо. Тупо минус 360 дамаг. Да поставь, да. Так, возьми. Гоу. Окей, кошмарим. Чуваки, поехало. Ой-ой-ой, тайду ГГ, походу, да? Ай-яй-яй, минус 30. Ух, сразу задиспелил. Обычно, если в крутилку даешь, то норм. Так, задиспелил. Оп. Че бегает? Сколько у него там? Минус 80. О, идеально просто. Минус 88 просто дамаг. Бей. Не беги, бей. Бей нас. Бей нас! Не беги! Бей, не беги! Ноль! Ноль критует! Ноль просто, чувак! Ха. Иди нафиг! Найс дамага, дядь! Ноль дамага просто! Даже крипы сильнее! Бро, даже крип сильнее! Даже крип сильнее! 6. Так, ну гоу. Нас подсплитывает, кстати, вот это очень плохо. Антимага надо. Хорошо. 40 антимага, дамага. Но этого надо слить просто. Потом его тяжело ловить будет. Ха! Лол, это что за врыв? Это что за врыв? Войдагу кошмарить.
О, не Войда, Найкса может. Сассируем. Минус 160 уже просто у пацана. Уже минус 160. Минус 300 просто. Как не успел выпрыгнуть. Минус 80 дамага. На ТП ушел, камон. Так, ну, это все, конечно, забавно, но надо немножко двигаться, там как-никак лейты. Ребята, даже если у врагов... Руты, 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 рутов нету, нету рутов. Хорош. Тут этого сливаем. Этого тоже сольем. Опасно. Его мид сломаем. Мид сломаем. Куру слили. Он что-то мне... Что он нажал на меня, Войд? Что он на меня нажал, что его запуржило? Дефуз нажал, его само запуржило. Лол. Ай-яй-яй. Но мид сломаем. Потекатка быстрая, но блин. Она забавная сама по себе. Криты 0. Классика. Опа, тайт подставился. У меня хп нет, не хочу сфидить. Мне очень хочется сфидить. Заберем Б. Гоу на базу. Там антимаг фармит тоже. Так, хорошо. Full MS билд я сделал. Дальше что нужно сделать? Нужно рофлить побольше. Ну, типа, сам же видос по факту фановый. И рофлить вообще, ну, типа, самая пушка это рофлить в таких видосах. Реально рофлить. Хорошо, соснули дамаги. Он за мной, доталово. Чувак, даже если ты будешь пытаться за мной блинковаться, ты меня не догонишь все равно. Я могу вот так вокруг бегать. Просто вокруг бараков. МС билд, это МС билд. 522 должен быть. Да, есть. Так, что собираем next там? Позор это дота. Вместе. Так, вот эта вещь на уплотнение. Парни, гоу. Надо, чтобы Джага побил еще. Идеальная цель для издевок вообще, вон она. О, здорово. Минус 200 дамаг просто. Просто минус 200. Минус 200. Просто стабильно минус 200 дэмэджа. Никакой герой не пробьет, ничего не сделает. Просто реально. Можно кошмарить. Ребята, это максимально рабочая стратегия. Реально, максимально рабочая. Максимально рабочая стратегия. Рекомендую, попробуйте с друзьями. Это реально очень интересно и очень годно. Реально рабочая. О! Хорошо. Минус дамаг пошел. Минус 180. Просто минус 160. Просто жесть. Герой просто не дамажит.
Герои просто не дамажат. Да, это жестко. И это работает, ребят. Это работает. Ну, не знаю насчет еще одной игры, ребят, конечно. Но можно, в принципе, попробовать еще одну игру просто отыграть. Хорошую. Потому что видео получается короткое, примерно 40 минут. Ну, хотя, в принципе, 40 минут на сам, на ланч, да? Почему нет? Покушать. Видосик отснять. Почему бы и нет? Но это реально рабочая тема и очень жесткая. Можно так сказать даже. Можно сказать так. Венга только у нас еще не умирала, да? Пару раз Венга в начале. Венгу можно специально слить и посмотреть. Образно Найксус, чтобы он слился. И мы подойдем, все накидаем. Там сколько будет минус дамага? Я Юл подниму, дамагу высосать. Ничего не сделает. Чикатун. Чикатун пришел. А, как пришел, так и ушел, типа, да? Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Ну, хорош, но до меня не достал. Чуть-чуть. Не достал чуть-чуть. Чуть-чуть не достал. Го, МБ, Венга отдастся Найксу и накидаем на него. Поехала. Пусть. Слей. Пусть. О, все, я поплыл, пацаны. Весь игровой процесс, который... Пусть убивает Венгу. Зачем ты ему минус дэмэдж ждал? Джага убил. Джага. Эх, Джиггернаут, блин. Закрытил, но я догоню его. Минус 70. У него минус 70 дамаг? Несосанный. Минус 119, ребят. Несосанный дамаг. Просто на пассивках. Надо подбивать, да, герму постоянно. Минус 140. Минус 209. Просто 0 криты у чувака. 200-300. Просто это что вообще? То есть это законно? Нет, у него просто минус 365. Со смеха. Сейчас умру. Блин. Что это вообще? Ну реально, Венга, смотрите, Менга. Минус 400 минус. Минус 400. Минус 400 просто. Там минус 400 дэмэджа. То есть такой дэмэдж даже, в принципе, не существует. Так, антимук. Жесть. Это жестко. Да, ребята, это жестко, конечно. Ноль криты, самая классная тема, это крит ноль. Самое главное, это крит ноль. Так, а Аега есть, гоу, кошмарить. Гоу, кошмарить. Этот все там антимага гоняет. Антимагу надо что-то сайленс против него. У него мант... А, у него БКБшка. У него минус... минус дамага. Войда. Минус 78 дэмэджа у Войда, типа там вообще хз. Найкс. Зачем Линк собрал? Порохлу, бро. Чтобы никто ничем не замедлял. Да побежал. Чувак, я очень быстрый. Минус 87. Вот просто мы подходим, ничего еще не кидали, да? Минус 87 у него дамаг. Минус 6. То есть очень сильный.
Смотри, что делает на Джаггере, а? Подожди. Оп. Хорошо. Так, у антимага ничего нету. Можно двигаться. У него там 50 маны. Ой-ой-ой. Тускар может меня подзадушить. В меня накатывается. Ай, не успел поднять себя. Даггер! Вот 30 раз сейчас понажимал даггер. Он же ж откатился. Ай-яй-яй. Но я не должен был здесь. Не убивает. ПМ. Моей тучи. Я не знаю, от чего я сейчас сдох, на самом деле. Крипы. Но тычка, тычки убил. Не знаю, почему не заблинковался. Юл я не успел поднять. Не знаю, глазомер тупит уже. Потому что не видишь эффекта наката. Во, вниз, парни. Почуть заканчивать будем. Они стрики забрали. Почуть надо заканчивать, потому что стрики заберут сейчас, дамажит потом некому будет. Но самое интересное начнется, когда они реально начнут дамажить. А так побаловаться вначале по кайфу. Побаловаться по кайфу. Погнали низ. Пенга аганим купила. Крипов свапать. Питлорда идет свапать по-любому. Оп, крипочка. По кайфу, кстати, аганим реально очень хорошо тоже заходит на венгу. Очень хороший артефакт. Но если бафом именно, либо на четверку. Либо на четверку. Если венга отдает, смотрите, давайте посчитаем тупо. 42 плюс 36, по-моему, насколько я помню. 42 плюс 36. Вот это весь минус дэмэдж будет. То есть, прикиньте, вот. У меня родной 90 дэмэдж, да, типа, станет 10 родной дэмэдж. Очень сильно против сайленсера, против тиника, очень сильно зайдет. Очень сильно зайдет. Гоу, хайграунд. ХГ, гоу. Сами придут. Стоит АФК, ушел. Классический тиммейт. Не, главное, если что, ДМГ соснуть. И все. Индеф, сейчас полетим. Куда, куда, а нас? Не успел отблинковаться. Так, сделаем. Кажется, мы тут проиграем эту драку. Но будем драться. Вот, хорошо. Задушили. Но Питлорд как бы вообще непонятную хрень сделал. Просто должен был, как бы, мне кажется, ультануть, да, чтобы мы все полетели. Но после пуша. Ничего страшного, один барак потерять, это реально мелочи. Чувак, отстань. Отстань, чувак. Минус 150 урона. Чувак, отстань. Блин, а вот этот чувачок меня напрягает. Хорошо. Жесть. Так, вот так вот даешь. Вардики. Погнали. Норм, пофиг. Ну, в принципе, ребят, игра начинает принимать другой немного оборот. Как обычно мы это любим. Камбэковый оборот. Оппоненты начинают что-то делать. Прямо очень таким грозно. Гоу. Можно сделать манту Сильвер. То есть Саша разбирается, да, Саша Яша. Манта Сильвер и поехала. По лесу пацаны фармят. Хорош, мы это ждем. Тут. Тут 5 еще будут. Можно накрыть равагой прям. По красоте.
Атропос идет. Пошла, минус дамага. Так, антимуга надо задушить, наверное, да? Ладно. Не знаю, почему у меня герой не стал тычку наносить крайнюю, но... Это как-то глупо выглядело. Я мог блинкануть Войду сбить, да? ТП-шку. Мог и этого забрать. В итоге ничего не расконтрил. Абсолютно. Чем дольше катка, тем больше дамаги будем снимать. Больше дамаги будет снимать. Гоу, чуваки. А чуть будем двигаться. Гениально! Честь, что за кнопка? Хорошо. Пуш. Пуш. Но все-таки это работает. Рили, в опасной ситуации просто Бейн минус дамажит. И очень много получается сделать. Реально очень много. А я минус сосалка. Сколько? Минус 86. Да зачем ульт? Что за браконьеры? Зачем вы его убили? Войти. Издеваются. Все ульты дали. И все. Это все, на что вы способны, да? Фраза. Тут фраза с фильма подойдет. Это все, на что вы способны. Я про то, что Найкс... Найкс должен был написать... Так, ну... Блин, ну от антимага тяжело рубить. Да нормально, все хорошо. Вот это точно. Это точно. Ну, у них уже там у каждого по блинку уже тяжеловато. Найкс, это все, на что вы способны? Точняк. Гол сосалку. Пошел, минус 150. Просто даже, типа... Оп, давай поделим. Поделим. Драка пошла, замес, замес пошел. Драка, замесович. Пойдет. Да то Скар с Лотаром надо гем брать. Скар с Лотаром там. Готов. То Скар с Лотаром там. Я помогаю как могу, дядь. У тебя там дэмэджа живучести много. 76. Но тут это уже вряд ли переживет. Я тоже не хочу сфидить. Тоже не хочу сфидить. Пойдет. Инвиз Лотар. Инвиз Лотар, ой. Хаста Лотар, найс. Хаста Лотар. Рош пойдет сейчас. Только не подблочить его, чтоб не спалиться. Или не пойдет он, Рош. Парни, готов. Готов. Так, у нас, походу, отлетает Атроп. Атроп. Жесть. Я, если честно, даже не думал, что настолько будет интересный фановый результат в плане того, что
Персонажи реально, ну, нифига не делают. Так, тут Даггер будет сбиваться у него, у Джаггера. Брошан забашил еще. Что могу сказать? У меня столько дэмэджа. То кого? Драка-битва. Это была драка-битва. На первом канале. На первом канале Кинодес, драка-битва. Смотри, ультой. Не, ну это, конечно, уже извращение. Это, конечно, уже извращение. Уже минут 10 реально прошу их топ пойти, не знаю, почему они не хотят. Не хотят. Гоу топ. 60% тайт, кстати, забирает. На 6 секунд. Вот и прикиньте. Это же жесть. То есть, получается, 120 просто забирают на пассиве. На пассиве просто... Вот если венга отдается, да? И тут... То типа даже когда вот этот персонаж и тайт бафнет, это уже все, это уже 120. Так, как-то работает. Ой-ой-ой, на меня нападение, равага нужна срочно. На меня, по-моему, щекотят. Я не вижу дэмэджа по себе. Я по себе дэмэджа не вижу. Вообще. У себе дэмэджа я не видел. Ну, ГГ, ребят. Вот такая вот у нас катка получается. Я надеюсь, она вам хоть чуть-чуть понравилась. По рофлу, по фану. В минус дамаге очень даже красиво, красочно все выглядит. Реально, очень интересная стратегия. И она реально рабочая, ребят. На этом все, друзья, спасибо всем за просмотр, обязательно напишите свое мнение по поводу этого видоса, реально ли это рабочая тема, минус 360 урона, а что если минус 360 урона, это реально очень много, друзья, ну и тем не менее, все, не забудьте поддержать лайком, подписаться на YouTube канал и, конечно же, подписаться на ТГ, спасибо всем, с вами был Ксаназис и до скорого.